Где вокзал? А это автовокзал. Не угнаться. Похоже, военная машина. Вот это вот новый вокзал, а это их управление. Вот это вот тоже управление на той стороне. Вон там, вон направо, еще правее. Вот это вот здание. Кажется, это вот. Там продавали мы, молочные были. Так, а это вот новый вокзал. А старый вон там был. Вон он, старый вокзал где. Ну, видно какой, одноэтажный. Они не соединенные. Там часовенка есть. Вы далеко не отходите от камеры, чтобы слышно вас было. Ну да. Вот здесь вот, я говорю, старый вокзал, вот этот новый. Мы сейчас пройдем, как там продают билет. Я тут не был уже лет не знаю сколько. А у меня бесплатный билет в любой конец страны, как репрессированному. А я ни разу не воспользовался. Я тут много историй знаю. Давайте. Вот смотри, еще написано. Внизу. Под охрану взят. Рядом. Вы войдете в историю. Подойди сюда, подойди. Вам куда едете? Никуда не едем, нам к кассе подойти, съемку сделать. Просто съемку? Ну да, да. Для канала, YouTube-канал у дедушки. Потому что он снимает город Барнаул и его красоты. Как Барнаул живет хорошо. Проходите. Мы сейчас выйдем сразу. Проходите, пожалуйста. Благодарим. Здравствуйте. Хороший. Нас не надо снимать. Проходите. Мы и так уже звезды. Звезды? Это да, хорошо. Вот тоже. Лавочки, торговые, переместиться. Может, сейчас вот это вот. Вот где бегут бегущие строки. Вон сейчас, сейчас, не торопитесь. Профилактика вируса, как без него. Раздельный сбор отходов. Красивый вокзал.
Это касса. Отлично здесь. За один раз я тут был, а тогда было за 2 часа, если раньше, то брали какой-то рубль за это. Ну-ка. Хватит. Все. Так я дождался, она говорит, а что не берете билет? Я говорю, да, 2 часа, это вы стоите за этим? Я говорю, да. Рубль, а где я его возьму? Вот это хорошее, прощаются и может навсегда. Вот так, а посмотри на этот снимок. Как он смотрит? Я не могу смотреть на такие снимки. Я потому что сам все испытал. Последний раз видишь родных, близких. Да уж. Ох, как он сейчас бы выпрыгнул, но никак нельзя. А этот из-за него не видно. Сильный снимок. Кое-что снять можно. Хорошо все устроено. А потом на весь мир у нас большой канал, чтобы люди увидели. Тут мое детство прошло. Можно по туда посмотреть. Что там? Суббота, 23-й. Чистенько, красиво все. Ух, какие же. Нам все это очень нравится. Показывайте. Я сейчас этим всех покажу. Какой зал? Часовный. На второй этаж можно заглянуть. Красиво. Тут закрыто. Богато. Ну ладно, пойдем. Тут еще комната отдыха, начальник вокзала. Давай. А, мы вам подарили на что? Мы всегда можем там увидеть.
международный характер. Так, все. Не в эти двери, деда. Деда, в те двери. Все. Когда мы здесь. До свидания. Игнат Тихонович, мы нарушили, не там вышли. А? Не там вышли, нарушили. Да там надо посмотреть. Выход там. Выход там, как там? Все. Да почему нам здесь сюда? Тут нельзя выходить. Ну ладно, вышли уже. Все. Да. Пойдем туда. На старый? Старый вокзал. Посмотрим. А мы же сказали им, что мы обратно вернемся. Нас это не касается. Здесь нельзя выходить. Как нельзя? Выход в другом месте. Ничего себе. Здесь только вход. Мы прошли, нам разрешили. Ну, они поулыбались, сказали, ладно. Вот здесь вот стояли в очереди, но она там не успевает билет, а люди вплотную друг к другу, прям по головам ходили, вот так вот ляг, его проталкивают туда. Ну, и один какой-то казах, видно, стоит. И что говорят, он все повторяет. Ну, и вот сидите, не продаете. И он так и говорит. А кто-то говорит, сидит там кикимор, он сидит кикимор, а потом ко всем повернулся и говорит, а что это такое? Да там так интересно. По-русски хорошо говорит, но слово совершенно незнакомое. Так и закрытый вокзал-то. Тут где-то этот, как его? Отсюда мой отец уходил и попал в самую переделку. Смоленск. Отступление. Как рассказывают, где-то их завели там часть на могилы. Мертвецы, говорят, только летели. И остались только два человека. Там полк или, я не знаю, ну да, наверное. Командир, который был-то, раненый, и отцу руку оторвало. Да, вот все. Это музей теперь. А? Я говорю, это теперь музей, наверное. А теперь как они на меня смотрели? Засними. Вот на такие сапоги, как они смотрели на меня. Вон они сзади, погляди. Все шикарные. Все нитками затянуто. У меня носки потерялись через... Через сапог носки потерялись. Вылез вот такой шов. Я зашил его сейчас маленько. А мне это разницы нет. Ну и все закрыто. Все. Вот один раз я тут проповедовал, а людей много, прямо на площадке вот на вокзальной-то. Подтащили тележку, на которой почта. Давай с нее. Я встал и давай говорить тогда им. А в это время кто-то побежал, в милицию сообщил. Милиционер подходит, сейчас не помню, офицер. Подошел там, майор, кажется, гражданин. Этот тут так на меня обернулся. Я обернулся. О, извините, пожалуйста. Повернулся. Я у них занятия веду. Отношения везде были хорошие. Это было время такое. Ну, представь, в 5 институтах сразу вел занятия. Это вообще 13 школ за мной было закреплено. Можно пока показать, вот эти пока идем. Ну, зайти надо, мне охота на этот вокзал. Какое, авто? Да, оттуда зайдем. Ну, мы прошли, что закрытый. А почему? Ну, мало отъезжаешь, это пустое. Нет. Охранников больше, чем мы. Чем ну, и охранники-то с нами как, ласково обошлись. Ласково, да. С уважением. Да. А тем более, если они еще зайдут, это увидят. Ты снимай лица этих всех, которые там есть. Ту-ту! О! Поезд. Да. Ностальгия только есть теперь. Есть что вспомнить. При звуке поезда. Я тут ездил домой. Накопится, когда много стирать к маме. А в поезде-то никак. И на поезде наверху. И один раз в поезде с вагона на вагон. Так вот закрыл, зацепился. Мог упасть. Экстремал.
Да. Вон у автовокзал. Мы сейчас прямо на него зайдем сразу. Вот здесь вот пройдем. Вон, видишь как? Спасибо, мама. А мама стоит, ничего на ней нету. За что спасибо, да? Мы сейчас зайдем и посмотрим, какие маршруты идут, сколько автобусов. Конечно, уменьшилось. Когда вы меня-то привозили сюда, тогда было больше. Но все равно таблички-то остались. Смотри, как разгладили машину, чтобы могла остановиться так и так. А машин-то и нету, мало. Интересно как. Царь в стране, все есть. Корона пришла, все короны полетели. Народ-то разделился из-за чего? Потому что не знает, что истина. Лишь бы только легче было сегодня. А завтра плевать на это. Поэтому разделение идет в людях на основе веры. Так. Смотри, чтобы никто не вырвал аппарат, держи. Да не, я просто поинтересовался. Я вот с ним поеду, типа он понимает. А можно Съемки ведем для интернета. Всем даем, чтобы вы себя могли увидеть здесь. Не надо, да? Пошли. Сколько лет эта женщина здесь работает. Это автовокзал. Сама говори про это. Это выход к автобусам. Автовокзал. Показать. Вот ехать, если до Подстёпной, там можно слезть на пути. Я выезжал. Маленький. Совсем. А вот можно, значит, с этого зайти, вон тут. Давай-ка маршрут сюда. О, меня снимаете? Да. А зачем? А по какому каналу показывают? По YouTube-каналу. А? Мы снимаем, можете по интернету посмотреть, съемка наша идет. А я не понимаю интернета. Да? Я это с деревни. Вот эти все надо снять. А зачем? Да. Они у нас не помыты, грязные. Они видны. Вот так пройдем и каждый раз разворачивайте. Ладно, нет. Да, одинаковые, нет? Тогда это с одной стороны, с другой одинаковые. Как же одинаковые? Продолжается посадка на рейс. Барнаул, Ельцовка. Время отправления 15:25. Платформа 6. Номер автобуса 900. Вот я если пойду. Продолжается посадка на рейс. Барнаул.
А вы знаете, кто это? Это Игнатий Тихонович Лапкин. Вы знаете, кто это? Игнатий Тихонович Лапкин. Вы не знаете, кто это? Это проповедник, который сидел в пяти лагерях за веру. Не снимают, мы вот там убить на отчаянных. Надо будет, а кто будет? Время отправления 15 часов 20 минут. Платформа 3. Номер автобуса 239. Счастливого пути. Последнее можно заснять. Не видно. Ну, все, уходим. Засвечено. Так, да, до самого выхода. Да. Контингент. Соответствующий. Где такое, что? Негниющее. Ну, какие? Готовые? Просто. Видимо, набирают. Профессия, вроде, покажи все картины. А это, наверное, туда сидят? Нет, вон туда вроде. Вот сейчас мы повернем направо, и там выход. Вот такой здесь автовокзал в Барнауле. Богатый. Нам налево. Ну да, вон туда пройдем. Вот люди идут оттуда. Ну и хорошо прошли. Нас никто не тронул. А тут без масок все. Никого нет масок. Да. Это потому что поняли, что это не нужно. Сейчас отсюда повернется. Туда, чтобы сразу, на обратно. Показать, как внутри тут растут, какие сделаны. Так, куда нам тут поворачивать? Вон наша машина.